Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Муж думал, что сын не его, пока не увидел, как жена меняет малышу подгузник. Подобная история могла произойти с любой женщиной. Родив долгожданного сына, она надеялась на помощь и поддержку мужа, а вместо этого наткнулась на упреки в измене. Впрочем, в данной ситуации все закончилось хорошо. Карина и Александр давно мечтали о ребенке, однако забеременеть Карине никак не удавалось. Когда в конце концов, после многочисленных походов по врачам, девушка увидела две полоски на тесте, счастью супругов не было предела. Беременность протекала тяжело, неоднократно Карине приходилось лежать в больнице на сохранении, однако в конце концов все обошлось. В назначенный срок на свет появился славный мальчик. Малыша назвали Сережей. Не зря говорят, что дураков везде хватает. Еще пока Карина была беременной, друзья Александра, особенно после выпивки, отвешивали глупые шуточки по поводу того, точно ли будущий малыш принадлежит Александру. Дескать, вон сколько всяких ситуаций, когда жена мужу изменяет с соседом, а вдруг, мол, Сашка и у тебя так же. У Карины и Александра с соседом отношения действительно были хорошие, не дружеские, но теплососедские, однако Карину очень обижали и возмущали такие подколы. Александр же, казалось, не реагировал на такие слова, но только казалось. После 5 дней в роддоме Карину с маленьким Сережей выписали, Александр пришел в роддом за ними. Карина показала ему наследника, но вместо ожидаемой радости увидела на лице мужа злость, горечь и гнев. Не сказав ни слова, Александр развернулся и вышел, не отвечая на оклики. Ничего не понимающей Карине пришлось вызывать такси, чтобы добраться до дома. Хотелось плакать от непонимания и обиды, но из-за малыша она держала себя в руках. Александра дома не оказалось. Он появился лишь под вечер и пьяный. Сразу прошел к кроватке, посмотрел на спящего ребенка и спросил, чей он. Как оказалось, его смутил цвет волос мальчика. Малыш родился совсем светленьким, а Карина с Александром оба были темноволосыми. Дошутились. Неужели правда от соседа? Как вспомнила позже Карина, в тот момент эмоции ее просто захлестнули. Но память о том, что шуметь нельзя, потому что можно разбудить малыша, оказалась сильнее. Она сообщила супругу, что ребенок – это его сын, а если он в это не верит, то можно сделать экспертизу. Правда, добавила Карина, после подобного унижения им будет не по пути и жить она с ним больше не станет. Неизвестно, куда бы зашел этот разговор с агрессивным и пьяным супругом, но в тот момент проснулся и заплакал Сережа. Карина взяла ребенка на руки и стала менять подгузник. Александр стоял рядом, наблюдая за ней, и вдруг изменился в лице. Он увидел на ножке мальчика приметное пятно, яркую белую родинку над лодыжкой. У него самого была точно такая же и точно на том самом месте. Этот факт доказывал, что Сережа действительно его сын. Но почему он светленький? Продолжал повторять Александр как заведенный. Он упустил из виду, что его собственная родная бабка была блондинкой с голубыми глазами. Кроме того, волосы новорожденных часто меняют цвет позже. Александру долго пришлось вымаливать прощение у супруги. Когда она наконец простила его, в семье воцарился лад. Александр оказался образцовым отцом, который души не чаял в сыне. А что на этот счет можете сказать вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.